Вот это мои безрассадные помидорки сорта «Толстый Джек». Сейчас конец июня, и вот этим помидорам исполнилось 2 месяца. Сеял я их сухими семенами, напомню, еще в конце апреля. И вот сейчас они выглядят следующим образом. То есть уже достаточно рослые, уже начали цвести. Вот появились первые цветочки. Вот здесь тоже. Ну и во многих других местах. Эти помидоры всходили довольно долго, поскольку погода в мае была холодная, и взошли только где-то к середине мая. Потом из-за холодов тоже медленно росли, я об этом рассказывал и показывал. Ну вот, с приходом тепла все изменилось в лучшую сторону. И вот грядочка этих помидоров уже выглядит вполне прилично. То есть безрассадные помидорки уже довольно хорошо подросли. Конечно, не отличаются от рассадных. Вот у меня грядочка тоже детерминантных, но рассадных помидоров. Если сравнивать с безрассадными, конечно, они намного более рослые. И уже завязи на них вовсю. Но, тем не менее, вот эти вот безрассадные помидорки тоже набирают силу. Что самое приятное, они растут очень быстро и растут очень крепкими и здоровыми. Так всегда бывает с безрассадными помидорами, поскольку за счет закалки они приобретают очень хорошие характеристики, очень большую стойкость, выносливость. Их по внешнему виду даже они отличаются от того же сорта, только рассадного. То есть они выглядят очень коренастыми, крепкими и, конечно, потом меньше болеют. Я выращиваю помидоры безрассадные не первый год, и они, несмотря на то, что сначала очень маленькие, потом догоняют, быстро растут и все-таки успевают оплодоносить. И при том практически совсем не болеют. Так что 2 месяца безрассадные помидоры встречают началом цветения. И это очень хорошо. Значит, дело у них идет на поправку после всех проблем. Ну, надеюсь, они и дальше будут расти хорошо. Я их подкормил раствором куриного помета. И не за горами первые завязи, а там, надеюсь, они еще и успеют порадовать хорошим урожаем. Вот так выглядит грядочка безрассадных помидоров через 2 месяца после посева в открытый грунт.